В детской школе искусств города Видны окончание каждого учебного года отмечают отчетным концертом, в котором принимают участие разные отделения. В этом году мероприятие прошло в рамках года семьи. Большой итоговый отчетный концерт, который называется «Семья – это мы». Эта тема максимально близка каждому из нас, дорога сердцу. И вот сегодня будут представлены различные яркие концертные номера. Мы надеемся, что всем сегодняшнее мероприятие понравится. Открывал мероприятие камерный оркестр «Виола». Ребята исполнили пьесу немецкого композитора Карла Бома, которая называется «Непрерывное движение». Руководитель коллектива Наталья Кроткова сама выбирает произведения для своих учеников. Это достаточно трудная пьеса для солиста-скрипача. Я сделала переложение для оркестра, где участвуют и скрипачи, несколько голосов, и виолончели. Вот, и ребята с успехом справляются. Такой концерт – настоящий праздник для участников и гостей. Дети со всей серьезностью к нему готовятся. Много, во-первых, людей участвует, это тоже сложно. Нужно чисто играть, ритмично и всем совпасть вместе. Мы очень надеемся на друг друга, мы переживаем за всех. Мы одна большая семья. Воспитанникам школы есть чем гордиться. Более 500 учащихся стали лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. В стенах школы прошло более 200 мероприятий разного уровня. Кроме того, Видновская школа искусств стала лучшей в рейтинге среди учреждений дополнительного образования Подмосковья. У нас есть самое такое большое достояние – это, конечно, органный зал. Значит, детки у нас играют на органе. У нас есть направления такие, как изобразительное искусство, инструментальное, вокально-хоровое, театральное, хореографическое. То есть практически все направления у нас присутствуют. Концерт получился душевным, по-весеннему светлым и радостным. Детская школа искусств дает возможность детям реализовать себя в творчестве. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.